Уважаемые мамочки, я специально встала возле детей для того, чтобы вам показать, что очень много китайских детей на море отдыхают. Вообще они не боятся сызмальства выводить детей на солнце. И еще хочу сказать о хвойных деревьях, которые только в Саньябэй, в бухте. Санья в нашей бухте, потому что хвоя, как мы знаем, это экологически такой чиститель воздуха, поэтому вообще считается, что Саньябэй лучше воздух, чище воздух, поэтому здесь очень много на пляже. Ну и, естественно, наша достопримечательность – это пальмы, которые сразу растут как кокосы. Всем здравия, хорошего настроения, собираться в дорогу, ждем вас!